Ребята, всем большой привет! Я снимаю сегодня из аквапарка, который находится на трассе Варна-Бургас, в поселке Солнечный берег, курортное местечко Солнечный берег. И как ориентир напротив аквапарка наш комплекс, где мы живем, называется он Форт Нокс Гольф Клаб. И вход в аквапарк стоит 40 левов на взрослого человека. И после половины третьего дня вход будет стоить 30 левов человека. Время работы аквапарка с 10 утра и до 6 вечера. Это вот в летнее время высокий сезон. И когда сейчас будем ходить, покажу вам, что здесь и как. Так, ребят, сейчас покажу, что как бы сзади меня. Здесь почему-то написано, что фото и видеосъемка запрещены. И, ну, не знаю, что нарисовано, что все перечеркнуто, снимать нельзя. Ну, в общем, я узнаю еще на эту тему, можно или нельзя. И стоит как бы 5 лев. То ли это штраф 5 лев, то ли надо заплатить 5 лев для того, чтобы иметь возможность снимать и пока вам показываю, что здесь чего, как что выглядит. И, кстати говоря, вот сзади меня, сейчас покажу. Опа! Угу. Расценочки на всякие коктейли. Выглядит это вот так. Сейчас я вам просто показала эти горки водные, как с них люди скатываются. Но я не уверена, что я туда пойду и буду скатываться. Я пока вам снимаю без всяких комментариев. Ну что комментировать? Я просто хочу, чтобы вы посмотрели, как здесь что. А какие-то комментарии, если будут интересные по теме, да, я вам потом их оставлю. Добавлю от себя какие-то заметки. Ну, ребята, из интересного. Вот это вот идем мимо ленивой реки. Кстати говоря, я сейчас поснимаю и пойду. Возьму круг и покатаюсь по этой, поплаваю в ленивой реке. Вот эти вот круги возьму. И вот она, ленивая река. Никого, главное, нету, смотрю. Все на каких-то других горках, наверное. Народу немного. Летом здесь вообще караул. Летом, когда я, знаете, смотрю, как они поднимаются на эти горки, какая там толпа народа, мне вообще ничего не хочется. А сейчас смотрите сами. Никого. Красота. Плыву туда, куда круг плывет. Сейчас подошла, по-моему, к одной из самых таких высоких, на мой взгляд, страшных горок. Поговорила с англичанином. Знаете, я с ним на французском, он со мной на английском, но мы с ним друг друга поняли, потому что есть язык мимики и жестов. Говорю, ну что, страшно на этой горке, вот, которая сзади меня сейчас? Он говорит, ничего. Зато, говорит, много впечатлений хороших. Вот, но, говорит, спину берегите. Берите круг. Круг, типа, смягчит удар. Поэтому, ребят, знаете, как говорится, надо пробовать, наверное. Ну, люди что-то кричат там на этой горке, не знаю. Сейчас попробую. Вот она сзади меня как раз, то, о чем я говорю. Сейчас попробую. Надеюсь, видно. Так, еще покажу.
ребят, нашла волну, бассейн с волной. Сейчас покажу вам. Сейчас будет сзади меня. Смотрите. Вот она, волна. Кстати, помимо того, что 40 левов вы платите за вход, еще 5 левов за камеру хранения вам надо заплатить, если вы хотите там кошелек или что-то положить в камеру хранения. Так что плюс еще 5 лев. И еще немножечко для вас, и сзади. Ребят, песня Деспозито с каждого окна, с каждой радиостанции слышна. Здесь тоже. Но мне, кстати, очень нравится Деспозито. Вот, так что мы тут Деспозито.